Друзья, всем доброе утро. Мы сегодня в Акалине, на красивом озере. Шикарное озеро. Мы сегодня с Максимкой до озера добрались немножко с приключениями. Максимку укачало. Там дальше Саныч. Уманек Саня. Давид. Все в предвкушении рыбалки. Вот такое красивое у нас утро. Прикармливаемся мы, ребята, кашей. Вот такая каша, 5 компонентов. Тут у нас замешан фанатик хитрый лещ вместе с кукурузкой сладкой. Рыбачим на баллоночку. 6-метровая баллоночка. Поплывочек. Ну и фидер. Фидер рядышком. Вот если клёва не будет на баллоночку, снимем баллоночку, поставим фидерочек. Ждем первую рыбу. На той стороне, вот сейчас покажу поближе, там Игорек расположился. Вон там, друзья, расположился Игорек. Кто-то он там монтирует. А может, карасик хороший? Если что, под саку Саныча. Да, карась, карась. Карась, вот это карась. Вот это, вот такие здесь карася бывали, Саш. Сегодня еще мои... Красавчик. Рыбак. Да, довольные лица рыбаков. Сделал вас, да, пацаняра. Молодцы, да. Молодцы, да. Молодец, да. Да. Мой танк сдувает? Мой танк. Молодец, Давид, молодец. И красивый карась. Красивый. Ну, Саня размочился с Давидом вместе. Да. Вот, смотри, вот и Игорь что-то вытащил. Аж отсюда видно, тоже, наверное, карасямба. Да, это караши. Да, да. Наверное, мелкий карпуш. Карасямба! Карасямба! Так, друзья, у нас есть первый карасик. Значит, у Давида тоже карасик клевал. Видел, Давид, как я подсек? Так, ну что, друзья, с почином нас. Первый карасик идет в сеточку. Вот и у нас подошел карасик. На червячка, друзья. Ловим на букетик червячка. О, Давид. Опа. Давид что-то тащит, друзья. Ух ты. Да ладно. Да ладно, мужики. Саныч, давайте под сак. Это он. Не? Значит, карасямба. И следом Давид, друзья. Сейчас подсак возьмем. Карась, карась, хороший карась, бадя Саш. А может, Карпушкин? А, значит, отпустим. Карась, по-моему, бадя Саш. Давид, залезку не бери. Карась, бадя Саша, карась. Не, Карпушкин, да, отпускаем, друзья. Да, мелкий карпик. Да, да.
Да, мелкий карпик. Сейчас мы его аккуратно, друзья, отцепим и отпустим. Ну что, друзья, отпускаем его домой. Да, Давид, давай, отпускай его домой. Домой, давай, плыви домой. Давай домой, домой, домой. А, красиво пошел. Супер, друзья. Так, ну, рыбалка уже отличная. Все, почти все обрывились. Так. Значит, по червячкам, друзья. По червячкам мы ставим 1 пучок. Вот он. Вот такой вот большой червячок. И вот, вот так вот с бант, с хвостиком, чтобы он играл там в воде. Заброс, друзья, где-то у нас получается 20 метров. Вот так вот. Вот, друзья. Отлично. Все. На караканчик. Так, можно, наверное... А, в принципе, не надо отпускать караканчик. Когда ветер поднимется, поставим ниже караканчик. И ждем поклевку, друзья. Так, у Давида поклевочка. Да, у Давида поклевочка. Ух ты! Давай, Давид! Ух ты! Давид сегодня в ударе, друзья. Давид сегодня в ударе. Сейчас посмотрим. Наверное, опять мелкий карпик. Да, опять тот же самый. Опять тот же самый. За нижнюю губу и отправляем его домой, друзья. Да, позови побольше. Отправляем его домой. Красавец. Да. У нас есть 2-й карасямба. Вот такой вот карасик. Шикарный. Со дна, бать, Саш. Все-таки со дна. Вот такой вот ладошечка. Опять ставим пучочек червей и вперед. Так, Давид у нас сегодня рвет всех. Интересно, что там. Я думаю, что это карасямба. Карась. Карась. Хороший карась, слушай, Давид, а. Вот, блин, Давид, где ты их находишь, а? Живой, Саныч, и такой опять 300 грамм. И да, если не больше. Если не больше. Обалдеть, Давид. Давай руку. Красивый карась. Красивый, шикарный карась. Вот он! Еще такую свечку сделал. Карась! Да ладно! Ничего себе карасямба! Вот это карасям был. И такую свечку сделал. Класс. Супер. Вот это карасям был, а. Это уже он.
небольшой карпусик. Да. Нормально. Иди домой. Давай домой. Давай, давай. Давай домой, домой, домой. Что, сошел? Не, есть что-то. Давай, Давид, ты сегодня у нас самый лучший рыбак. Что там? Карасямба, ничего себе. Ну, Давид, у тебя вообще одного размера они. Класс. Класс. Шикарно. Карпушкин. Карпушкин зеркальный. Ай-яй-яй, ну и красиво. Ну и красиво ушел. Да, да. Ушел домой. Ну, Давид. Ты молодец. Да, это, наверное, опять он. Это покрасивее? Да, и не показывается, ничего себе. Молодцы. Молодцы. Не, Батяш, это тоже. Это тоже мелочь. Да, вот он. Крапушел, да, зеркальный, тот, что ушел. И тот его это. За. Да, 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 да. Да. За бочину. За щеку. Они собрались на подкормку. Да. Да. Отпускай домой, Давид. Да, да, да. Домой это в речку, в озеро. Ну, оказывается, оказывается. Да. И фруба займет тело идут. Ну что, отпускаем. Отпускаем. Ушел красиво. Это он. Это он. Дошел до скобы, Саня. Я скобу раз выбросил. Вот это килошка. Ой, аж сердце, пацаны, болит. Так. Да ну нафиг. Смотри, Давид, что делает. Ой, красота. Ух ты. Я от Саня. Это красавец. Пока его замучаешь. Неужели? Снимайте поплывки, он сейчас к вам пойдет. Вот он уже здесь. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Да, друзья, это карпуша. Это карпуша. Это хороший карпуша.
ты и куски не надо. Сейчас, не, Давид, пока не стать. А палка, что там за палка? Да. Не, пока я ему воздуха не дам, Давид, он не... Ты ж... Не, Давид, что-то интересное. Вот он. Саня, он даже больше, чем киложка. Так, Давид, давай сейчас. Сейчас я дам ему воздуха. Во, вот сейчас я дал ему воздуха. И я несу прямо к тебе. Давай. Вот это да. Так, друзья, вот такой вот красавчик. Обалдеть. Обалдеть. Вот это да. Ух ты! У него аж в жабрах. Аж в жабрах крючок. Ой, дырдалин, друзья. Так, сейчас мы его взвесим. Нет, батя Саш, килограммчик, кило 100. Заглотил, друзья, аж до жабер. Достаем палочку. Обалдеть. Крючок где-то там. Обалдеть. Нет, тут даже нереально достать. Обалдеть. Так, ладно, друзья, операцию вам показывать не буду, бо крючок в жабрах. Ну-ка, воина. Калибр стандарт. Да, Давид вообще молодец. Давид вообще молодец. А мы вообще молодцы. Такой, друзья, вот такой. Пять минут удовольствия вытаскивать его. С озера это просто бомба. Это просто бомба. Красавчик. Паша, сжать им кольцо. Ищет шорты. Ищет. Ну, Давид, ты молодец сегодня. Давай, Татя, доиграем. Вас приезд скайп шиет. Да. Математика. Вот он. Карпушкин, наверное. У меня рак. Ищет шорт. Все, утопило. Ищет шорт. Лумбарки. А мы пили. Дуплет, пацаны. Ну, у меня карасямба, наверное. Хорош. Не, то же самое. Да, у меня то же самое. Да. Вот такие, друзья. Иногда попадаются вот такие красавчики. И у Сани, у Давида, точнее, то же самое. И сейчас мы их отправляем в родную среду. Да. Полный икр. Да. 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 Так, друзья, сейчас мы будем это дело вот так вот отпускать.
Сперва Давид отправляет домой. Красиво пошел. И сейчас я тоже. Вот такого. Ну и прикольно. А там. Пошел. Ну, Давид, слушай, что ты сегодня кушал, Давид? Батуты. Не, мы с утра хлопнули тарелку холодца. Руление принцесские. Ел. Ты что, Рамоша? Интересно, что это? Ну, это, скорее всего, он. Да, Карпушкин. Помог? Я же окно мог увидеть. Угу. Ну, чуть-чуть мы еще. Оляк мы еще. Ну, ласа аша улица смак. Отделан кофе. Так, у меня поклевка, пацаны. И все, отпустила. Да, Давидуцу молодец. Лекаса рыбал. Ой-ой-ой, сейчас, батя Саш, я дам. Сейчас дам палочку. Натяни. Не, получится. Да. Молодец. Все. Вот палочка вот такая, ребят, спасает. Да. Сейчас мы его отпускаем домой. Красивый Карпушкин. Так, у нас тоже поклевка. Бать, Саш, смотри на мою палку. Давай, отпускай, Давид. Сидит. Да, вот он. Такой же. Тоже такой же. Да, точно такой же. Подошел, друзья, вот стайка мелких карпиков. Вот таких вот. Кто-то его погрыз, ничего себе. И мы его... Плыви домой. Класс. Покажи дяде Леше, как надо писать. Давид. А работает сейчас вот трещотка, Давид? Да, конечно. А, ну все, тогда не трогаем. Значит, все хорошо. Это опять он. Ничего себе. Блин, что-то непонятно. Доел. О, вот он. Да, бать Саш, это он. Да, да не все. Я думал. Не, опять то же самое. Что-то покрасивее. Да, опять такой же. Да ну, нет, этот уже покрасивее. Да, этот, ну, идем на растем. Что-то на растем. Не метел. Да, это. Карасямба, наверное. Нет? Молодец, Саша, бегал. Карасямба? Яла, так. Карасик, по-моему, или нет? Карасик хороший, Давид. Вот только в садок не надо его было. Так подожди, вы ему живой или нет? Живой. Опа, Саня, хватай! Давид, не надо поднимать, Давид. Надо вот так потихонечку подводить его к берегу. Ну ладно, карасямба убежал. Так, я вот. Это карасямба, Давид. Давай. Ух ты, какой. А ну, Давид, по-моему, карась, но хороший карась. Карась, но хороший карасямба.
Ну, Давид, а Давид сегодня, я не знаю, что кушал, но молодец. Батуту к пыни. Молодец, сегодня он молодец. Карась, карась, красивый карась. Давидуцу, ты сегодня вообще молодец. Ну, Давид, ну это да. Ничего себе, мелкий. Да, попадается, попадается. Класс. Так, довольные лица рыбаков. Да, карасик красивый. Палочку дать, бать, Саш? Сейчас посмотрим. По-моему, он заглотил. На. Но надо ставить ногу на хвост и натягиваешь леску и так отпускаешь. На. Ну давай. Нет. Стой, 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 стой. Я посмотрю, где он. А он рядышком тут, недалеко. Вот он. Опа. Все. 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 Не, вот эта палочка для рыбы, она не травмирует жабры, она, да, да, она классная. Она, получается, идет по леске, доходит до крючка, да, и да. Делаешь вот так, пык, и крючок выходит. Обалденно. Бадя Валера, неужели? Неужели вы обрыбились? Ничего себе, Валерка. Ага. Так, бать Валер, давайте мы будем как-то... Даже не знаю, где стать пока еще. Не надо пока еще в этом, еще до обеда есть время. Вот видишь, как он идет. Не, красиво идет. Это что-то хорошее, бать Валя. Я даже не вижу, где ваша леска, где ваш поплывок. Вот он где-то там. А, да, 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 дамбы, да. Дамбы ага, да, ничего себе. Да, это что-то... Не форсируйте, Валера, это что-то хорошее. Не форсируйте события. Ай-яй-яй, вот это красота. Да, то удочки, блядь, красота. Не форсируй, Валер. Так, в натяжку, пока воздуху ему не дашь. Так, ладно, тут удочка. О, блин, и он пошел в обратку. Ну, испугался от тебя. Что... Так, ладно. Да. Ух ты, хороший, Валер. Хороший, видно отсюда. Ничего себе. Я в шоке. Да ладно, Валера, не спеши, Валер. Вот это... И он поплывает. Да. Это в натуре, это да. Вот это да. Пацаны, вы сейчас все будете... Сейчас Саныч будет ставить. Что же такое вы? Не-не-не, больше, Саныч, больше. Да. Больше, больше, я вам 100% говорю. Больше, видно, что больше. Сейчас воздуха дайте ему один раз. Хороший, Саныч. Воздуха. Главное, воздуха ему дать. Не, воздуха не взял. Нет. Нет. Пока воздуха не возьмет, мы его не вытащим. Во! Вот сейчас, вот сейчас. Саныч, давайте. Блин. Тихо. Во! Вот это да! Во, мужики! Вот это он! А ну, сейчас возьмем весы. Так, а где наши весы?
Хороший вопрос. Ну-ка, Саныч. Кило 500. Кило 440. Кило 440. Но красавчик, пацаны, красавчик. Супер, друзья. Саныч, молодец. Так, делаем фото на память. Этот пойдет домой, обратно в озеро. Давай, Давид, отправляй его. Да, чувак, падай не стандарт. Да, Саныч, молодец. Так, Давид, отправляем его обратно домой. Давай. Давай, давай. Пошел, пошел домой. Вот такие вот, друзья. О, красавчик. Давид. Да, Давид, молодец. Сегодня вообще молодец. Вот он. Не, тоже крапушок. Не. Плотва. Ничего себе плотвица, а? Да, батя Саша размочился. Он идет легко. Наверное, карасик. Или плотвичка, или карасик. Плотва. Что-то вы плотву, ребята, ловите. Ничего себе плотва. Вот это бабушечка. Плотва пошла. Не, ничего себе, Алексеевич, ну давай, ну на меня давай, поворачивай. Ничего себе, Максимка, молодец, рыбачок. Вот, Алексеевич, вот это ты дал. Ложи на караканчик удочку. Вот Максимка вытащил. Вот такого красавчика. Все, молодец. А, друзья, вот такой вот карасямба. Не может быть, что там такой прямо. Так, не спеши, не спеши, поломаешь удочку. Потихонечку крути. Ох ты, блин. Все, остановись. Не спеши, Алексеевич, там что-то хорошее. Это большой карась. Все, все, теперь поворачивай удочку. Да ладно, а ну стой. Да ладно. Подожди, Алексеевич, подожди. Подожди, что-то непонятно. Это рыбка. Это тащит. Подожди, Алексеевич. Все. Видишь, мы поспешили. Хороший бойцаж был. Карпусик был. Где-то под килошку. Поспешили, Алексеевич? Не, ну я решил на арапа его, бойцаж. И Максимка на арапа его тащил. Да.
Не пойдет уже. Рыбка не пойдет. Нарапа тут не прокатит, да. Это был он, бать, Саш. Просто надо было все-таки осторожнее. Не форсировать события. А мы чуть-чуть форсанули. Отойди, Алексеич. Видишь, ты сильно тянул, Алексеич. Ты сильно тянул. Надо было чуть-чуть дать рыбке погулять. А мы решили на арапа ее вытащить. А на арапа... Да, да, Саныч. Что-то мне не нравится, то колено посередине. Да. Да, да, да. Так, Саныч, что там мучает? Ну-ка, фоем. Да. Нет. Карпуз. Карасямба. Так, у нас с этим делом поклевка. У нас поклевочка есть. И вот так он ушел домой. Он ушел домой. Латвичка. Но правда совсем маленькая. И судак ее батя Саша так интересно покоцал. Так, есть у нас вот такая. Друзья, вот такая. Ничего себе, судак ее хавает, батя Саш. Вот такая, друзья, плотвица мелкая. Мы ее домой отправляем. И Давида вытащил. Карасямба, батя Саш. Или нет? Карпусик. Так, пацаны, я устал снимать этих карпусиков. Так, друзья, и еще один отправляется домой. Вот так вот. Иди. Все, Алексеич, ты опоздал. Карасямбик. Вот так, молодец. Сам в сабудок? Да. О, дергается кто-то. На. Давай. На. Аккуратно, давай, тащи. Рыбачок. Карасик, Алексеич. Давай, папе. О, зацепился. Карасямбик. Все, ложи удочку на караканчик. Так, Максимка вытащил карасямбика. Вот такой вот. Так, Давид очередную плотву тащит. Тараночный вариант.
Морба. Давай. Карасик. 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 Максимка вытащил. Стоп, стоп, Алексеич. Это наш. Все. Еле успел снять. Еле успел снять, Саня, клипсу. Ты слышал, как леска, пока я... Да ну нафиг. Максим, не трогай. Я не знаю, что это. Максим, отойди. Да ладно. Все. Максимка, ждем, ждем. Максим, не трогай леску. Убери руки с лески, Максим. Максим, отойди, сядь, пожалуйста. Давай, тащи. Такого карпика. Я еле, Саня, я еле успел снять с этой клипсы. Я когда снимал с клипсы, леска, ты слышал, как сделала? Я думал, сейчас она порвется. Удочка с дугой согнулась. Коряшка. Коряшка. Это хорошая коряшка. Да, друзья. Коряшка. Я еле-еле успел снять с клипсы, друзья. Леска. Леска чуть не порвалась, друзья. Я успел снять с клипсы. Бо он пошел на ход по черному. Жди, жди. Давай. Да ладно, блин. Рыбка. Это, наверное, мой, бать Саш. Он уже у вас. Он уже у вас, бать Саш. Смотри, снимайте поплывки, Сань. Снимай поплывки. Поплывки снимайте. Просто. Давай, крути. Не забрасывай, Сань, не забрасывай. Он уже у Саныча. Не забрасывай, Давид. Не, мужики, это что-то нереальное. Давид, не бросай. Я не... Да ну ладно. Максиму, слушай, у меня сердце и так выскакивает уже. Короче, я пошлю пивка, пока не... Не, Саня, иди сюда. Вот он пошел ближе к берегу. Ой, да там все дрожит, Саныч. Я не знаю, что это, пацаны. Это дельфин. Это дельфинчик. Маленький дельфин. Давай, давай, тащи. Да не могу, Саня, он не идет. Панцы, что за рыбак не может, блядь? Я... Уволю вас, блядь, там. Уволю вас тоже. Да. Рыбалку. Да ладно, чего прям, блядь. Ну как была поклевка, бадя Саш, ты чё? Нет, он стоит. О май гад.
Вот поплывок появился. Давай, давай, нюхни. Бать, Саш. Бать, Саш. Бать, Саш. Максим отошел. Нет, Максимка, не мешай, Максимка, пожалуйста. Сейчас я дам ему воздуха. Ой, бло. Все, бать, Саш, я дал ему воздуха. Да ладно, мужики. Маленький, отсюда. Красавец поросенок. Я убью. Что сказал? Посетил. Да. Вот это да. Но это бомба, ребята. Это бомба. Да. Это бомба. Вот это да. Охренеть, сейчас отсосает. Как бьё, можно? Вот бьё. На такой крючок, друзья. Разовый, вот на такой это крючок. Уже, обалдеть. Обалдеть. Шикарно. Так, друзья. Сейчас мы его взвешаем. Рыбка, кило 970. Воротик. Почти 2 килограмма. Вот. Двушечка, милочка, друзья. Милочка. Обалдеть, друзья, супер. О, Саныч карасямбу взял. Давно я ждал. Давно карасямбу ждал, да. Видишь, я открыл шлюзы. Я вообще открыл. Нет, нет, еще пока мест нет. Вот такая опять, друзья, совсем мелкая плотвица. О, отпускаем, отпускаем. Так, и еще один, друзья, отправляется домой. Вот такой вот красавчик. Вот такой вот красавчик. Давай. Ох ты, как он бодро пошел-то, а. Супер. Все, ставь удочку в бок. А ну давай, давай, давай. Карасямба, ничего себе. Ничего себе, Алексеич. Ну ты красава, а. Вот это карасямба, а. Молодец. Смотри, какой карасик у тебя. О, и Саныч тоже взял карасика. Мне он заблудился, наверное. Красавчики, супер, друзья, обалденно. Рыбалка, ну просто бомбическая рыбалка. Ничего себе карась. Да ладно. Давай. Смотрите, давай. Карась, а. Давай. 43-го размера. Вот это карась. Давай, быстренько сфоткай, блин. Да. Обалдеть, друзья. Говорит, да ладно, не такой уж. Не-не. Красавец. Красавец, да. Супер. И очередной, друзья. Ой, 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 стоять. Все, убежал. Убежал. А что он творит? Вау, батя Саш, карасямба такой же, как у тебя. Шикарный, друзья. Вот такой вот карасямба. Да, на пучок червей. Это бомба. Рыбалка сегодня, ну просто, ну нет слов. Рыбалка обалденная, обалденная. На одну палочку, на баллоночку с катушечкой. Уа,
Это бомба. Это бомба, друзья. Нет, батя Саш, карасямба. Обалдеть. Вот это карасямбы, а. Так, вот такой вот, друзья, карасямба. Шикарный. Заглотил, зараза. Конкретно. Обалдеть. Берем нашу палочку. Ах ты. Да. Заглотил, друзья, до жабер. О, отцепил. Все-таки вот эта палочка, друзья, алиэкспрессная палочка, но спасает. Вот такой карасямба золотой. Байсаш, смотри, какой как красавчик. Обалдеть. Так, очередное, друзья. И давай домой. Давай домой. Иди к бабушке и к дедушке. Позови их. Ай, хороший. Вот он. Вот такие, друзья, сегодня карасямбы берут. Заглотил. Сейчас, сейчас дам. Так, друзья, вот такой вот красавчик. Вот такой вот красавчик. Идет зеркалка такая обалденная. Идет домой. Идет домой. Вот так. Так. Давай, давай. Вот так. Красиво пошел. Красиво. Так, друзья, поднялся ветер. Погода начала портиться. Да и с этим ветром поплывка не видно практически. Вот такие тучки у нас на горизонте начали появляться. Дождевые, я бы сказал, что даже грозовые. Обалдеть, ничего себе. Где-то может гроза хлопнуть. Вот такая, друзья, совсем маленькая плотвичка. Так, иди домой. Вот так ушла. Так, друзья, вот такой вот карашел съел наш крючок. Попробуем вытащить его. Вот так вот. Хороший карасик. Друзья, заканчиваем мы нашу рыбалку. Рыбалка у нас получилась отличная. Озеро шикарное. Друзья, подписывайтесь на канал. Спасибо Андриану за рыбалку. Рыбалка супер. Сейчас вам покажу рыбку. Вот такая, друзья, у нас сегодня прекрасная рыбка. Вот такой вот прекрасный клев сегодня. Обалденно, друзья. Супер. Рыбалка просто бомба.